Вас приветствует автосалон «Столица». В продажу поступил автомобиль. Это «Шкода Октавия» 2011 года выпуска с объемом двигателя 1,8 литра на роботизированной коробке передач. В автомобиле чистый, ухоженный салон. В комплектацию входят 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом, двухзонный климат-контроль, штатная мультимедиа. На данный момент автомобиль находится в рабочем режиме. Как видим, на приборной панели никаких абсолютно ошибок не горит. Мотор работает ровно и пробег составляет 158 тысяч километров. Всех, кого заинтересовал данный автомобиль, контактную информацию с телефоном и адресом вы можете узнать в объявлении.